Происшествия на Шадр-Инфо. В Курганской области столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Один человек погиб. ДТП произошло в 14 часов 30 минут на 215-м километре федеральной трассы Иртыш. Рейсовый автобус следовал по маршруту Курган-Челябинск. Предположительно, в автобусе находились 28 пассажиров. Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль «Рено». По информации госавтоинспекции, ДТП произошло возле рабочего поселка Юргамыш. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. От удара автобус упал на левый бок по ходу движения. Предварительно 6 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, и один человек погиб на месте. Оба водителя не пострадали. На 215-м километре трассы Иртыш произошло столкновение автобуса, осуществляющего регулярные рейсы перевозки по маршруту Курган-Челябинск, с грузовиком «Рено».